Всем привет! Дорогие зрители, нашел трехкомнатную квартиру в районе Тосмор. Квартира под ключ. Просторная, с отдельной кухней. Почти у моря. 110 метров максимум. Вторая береговая линия. Кондиционер фирмы Samsung. Телевизор фирмы Omo. Onvo. Хочу отметить зал. Так, 6. Ну, 25 квадратных метров как минимум. В этой стороне у нас отдельная кухня. Тут чистая, вот только вот до кухни вот здесь 8 или 7 квадратных метров. Бытовая техника фирмы Кумтел, вытяжка, плита и духовка, Бека, посудомойка, СЕК и холодильник. Фирма СЕК, то есть стиральная машина. Здесь у нас большой балкон. Ноги грязные стали. Вот отсюда видно море. Кусочек. Там первая линия, это вторая линия. Рядом есть вся инфраструктура района Тосмор. Здесь подземный проход на песчаный пляж. Также с той стороны подземный проход. Два прохода оттуда, отсюда. Рядом есть сеть магазинов Migros А101. Мигрес А101, Бим, Шок, все рядом. Так, сторона здесь восточная и южная. Огромный коридор. Так. Здесь чистая квадратура, как минимум 100 квадратных метров с балконом вместе. Один санузел, да. Квартиры один санузел, большой санузел. Стоит проточный нагреватель и сису. Дополнительная спальня. Один с половиной квадратных метров. Отсюда видно море. Да. Море в шаговой доступности. Также в левой стороне, где-то 200 метров, у нас протекает речка Дим. Там с двух сторон парк. На расстоянии там где-то 800 метров и 1 километр между ними. Оба парка. В той стороне можете пойти отдохнуть с семьей. Зона пикника там есть, зона барбекю есть. Столы, стулья. Очень интересное место. Тихое, спокойное. Кондиционера нету, оставили для новых хозяев, что выбрали фирму, какую хотите. Так. И хозяйская спальня. Отмерим квадратные метры.
еще один балкон. Пятнадцать по почти, ну скажем, 15,5, 16, ну 15, скажем, квадратных метров это спальня. И тут у нас еще один балкон. Внешние блоки в этой стороне. У нас кондиционер был в гостиной комнате и в этой спальне есть. Но она тоже старенькая, нужно поменять. Вид на море. Этот вид у вас всегда останется вот таким. Он не поменяется, потому что негде ничего построить. А этот у этого проекта 130 лет, дорогие зрители. Есть бассейн. Маленькая территория и ухоженный сад. Да. Кажется, я видел садик. Сейчас спущусь, покажу вам. Цена этой квартиры 117 300 евро. Есть маленький парк. Да. Пишите, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, я вам показываю коридор и блок. Так, дорогие зрители, на этаже 4 квартиры. Этаж у нас третий. Вместимость лифта 2 человек. Четыре ступеньки. Здесь парковочные места для мотоциклов, велосипедов. Здесь участок, в ту сторону идет душевая часть. Наверху бассейн. А там была зона беседки, кажется, не поставили. Вот фасад здания. И что еще должен был сказать? Проект был сдан в 2005 году. Посчитайте там сколько? 15, 17 лет проекту. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур, канал «Недвижимость в Алании», Paradise Алания. Всем пока-пока.